Открывает, а у нас такой мини-анбоксинг. Да. Ну, что тут провода, в комплекте? Угу. Чехольчик. Чехол для панельки. Угу. С собой забираешь, когда уходишь, потому что да. Мы тут это на юге живем. Не, кстати, это актуально действительно, да. Железо воруют, да, сейчас, да. Очень часто это слышал я. Так, в комплекте у нас сам интерфон. Инструкции. Инструкция одна. Гарантия. Гарантийный талон. Да. Талмуты, короче. Вот. Дальше у нас микрофон. Это для громкой связи по телефону в машине. То есть телефон у тебя, например, в кармане, зазвонил ты на мониторе, взял трубку и разговариваешь, чтобы тебя было слышно. Интересно, этим кто-то пользуется? Да, многие. Многие, да? Ну, здесь это ключи, чтобы его вытаскивать. Угу. Для удобства. Крепления, да. То есть больше здесь. Больше здесь ничего нет. Ничего нету, пойдем слушать, проверять. Давай вот на сам взглянем. Мне нравится то, что они сейчас стали вот такие вот маленькие диски, как бы уже не в моде давненько, правильно? Да. Вот такие вот маленькие, компактные, удобные. Но при этом, что скажу, он маленький, компактный, но он весит нормально. То есть вес у него достаточно добротный. Здесь у нас выходы под микрофон вот есть как раз. Вот это под микрофон, это у нас разъем под переходник. Если есть кнопки на руле, то можно поставить переходничок пионеровский и будут работать, работать кнопки на руле. Это предохранитель тут стоит? Да, здесь стоит. На 10 ампер, да? Понятно. Три пары РЦА. Еще раз напомню, сверху что у нас? Сверху идет? У нас идет серединка, пищалочка, ну и насап. Да. Отлично, отлично. Три пары РЦА — это то, что надо для легкого повседневчика. Вот, кстати, поставьте сейчас, люди, на паузу и напишите в комментариях, для чего у Малхаза стоит вот этот пузырь здесь. Вы не поверите, блин, для чего он тут стоит. Ну, вот включение первое идет, то есть выбираем язык. У него есть английский, русский, турецкий, французский, немецкий. Все, как бы это все. Ну, выбираем русский, как всегда. Выставление время. Шаг радиоволны. И режим акустики. Здесь мы выбираем стандарт, это не процессор. Сетевой — это процессор. Да, да. Нажимаем выход. Все. Ну вот он играет. В принципе. Пойдем по настройкам посмотрим. Аудио. Эквалайзер. Высокая мощность, динамический, естественный, вокал, ярко. Пользовательский 1, пользовательский 2, простая, сверхнизкочастотный, выше мощность. Но мне вот, я сейчас поклацал, мне очень сильно понравился динамический, прикольный. Вот, кроссовер, высокие частоты у нас режут до 12,5 кГц, от 6 до 24. Вот, мид у нас режет от 25, можно также, то есть 6, 24. И до скольки, сейчас посмотрим. И до 12,5 кГц. Как бы очень расширен. Так же самое, от 6 до 24. Ага. То мы не сказали, вот то, что здесь Bluetooth есть, самое главное, это вот лично мне нравится, допустим, и, наверное, всем уже нравится. Если у Мафона нет Bluetooth подключения, это уже не интересно, правильно? Да, вот сейчас да. Современным. То есть есть Bluetooth, здесь есть переключение папок на передней панели, переключение папок, микс — это типа диджейского там перехода всяких между треками, пауза, выбирать, то есть разнобой и повторение трека или папки, переключение треков, уровень громкости, понятно, выход назад. Поднять трубочку, если у вас телефона берут, кнопочка дисплей, менять информацию на дисплее. Вот, и это вот приложение, кнопочка приложения. Что, советуешь мне тоже его установить? Да. Куча рекламы или нет? Честно, очень сильно не пользовался часто с ним, и поэтому... Смотри, уже нашел.
Да? Да. Вот. Нифига себе, как так быстро? Так, дальше у нас что здесь? Настройка, вот она пошла. Система, навигация, сообщение, телефон, безопасность, эффекты, аудио. Заходим в аудио. Здесь у нас так же самое выбираем любые эти дополнительные настройки. Здесь вот они все срезы, то есть которые мы, видно, да, можем, визуализировано. Да, то есть можем здесь все это настраивать. То есть вот и пошли там выбирать срез, ну, какой да, нам это нужен. Очень удобно, в принципе. Там левый, правый канал, задний левый, задний правый и сам. То есть это все мы как бы здесь можем настраивать. Насколько я слышал, вроде бы вот через такая. Приложение можно настроить более лучше. Да, в приложении, в магнитофоне 13-полосный эквалайзер, в приложении 31 полоса, и он вот так вот это выглядит. Да, с треком, приведи пример. Срезал, да? Да, то есть, ну вот, убираем, то есть вообще, то есть остались только одни высокие, то есть по звуку вы слышите, что низких нет. Можем сделать это вот так. Середины нету, есть только этот. Можем убрать вообще вот так. О, идеально. Как мне нравится, это, да. Ровная полочка, да? Да, то есть как бы здесь, ну, прикольно можно сделать. Да. Вброс, и, ну и потом мы рисуем здесь там чуть выше, тут чуть выше. Отлично. Ну что вообще скажешь про него, про 520? Вот говорят, он аналог 510, но здесь ну, вот какие плюсы? Я скажу, что он больше мне нравится по поводу, чем 510. Во-первых, ну, дизайн как бы лучше в плане, то есть крутилка более удобная, более комфортная, подсветочка более такая прям приятная. Хорошо, да, сделана. Вот. На ощупь безумно прикольные кнопочки, как нажатие. Вот. Так очень офигенный магнитофон. Классно то, что он процессор, есть Bluetooth, есть приложение. Ну, реально кайф. Мне безумно он понравился. Прикольно. Чем занимаешься? Расскажи. Я бы сказал, ну нельзя так говорить. Просто многие, кто, у кого бюджет очень ограниченный, покупают себе динамики бюджетные и хотят подключить головное устройство, мы сейчас проверим, как от этого пионера, от штатного его встроенного усилителя будут играть динамики. Динамик взяли Magnum 20. А что у него с колпаком? Ну чуть-чуть ударили. Подрихтовали, да? Да. Вот. Сейчас посмотрим, как оно будет играть. Достойно или нет. А теперь что, достойно? Да, ну громко, достаточно громко, много мощи. А теперь возьмем, включим все на максимум. Эквалайзер. Что за смешки? Высокая мощность ставим. Потом, что у нас здесь еще? Бас. Ставим. Теперь посмотрим, кто первый умрет, динамик или магнитофон. Не надо, чтобы магнитофон умирал.
Собирается умирать ни тот, ни другой. Да. А насколько здесь усилитель построенный? 4 по 50 по заявке. По 50, да? Да. Советую всем покупать главный этот магнитофон. И также можно купить бюджетные динамики и подключить от типа него. Магнума вот этого, да? И у тебя именно, именно у тебя. Так, а теперь мы скажем, для чего вот это здесь было. Для чего? А вы угадайте. Так уже все, они угадали. Нет. Уже. Написали уже. Что ты им делаешь? Так как я не пью. Вот, но наши клиенты как бы иногда дарят. Такое. Иногда выпивают, да? Нет, дарят. Нет, подожди. Клиенты приходят, это для них. Пока ты сиди, выпей, я тут это поковыряюсь с машиной. Да, данный продукт, но мы его не употребляем. Мы его используем в технических целях. Мы им моем детали автомобиля, куда будет наноситься виброшумоизоляция. Ай, бля. Пиздец. Давай сделаем, чтобы его разорвало нахуй. Так нельзя? А как ты сделаешь? Не знаю, бля. Айкук уничтожил 20-герцный, да? Ну, что там? Все целое, да? Отуха? Все не знаю. Или живая еще? А что ты там берешь? Ты же хочешь эпичность? Давай, да. Скроем. Сейчас все будут писать, лучше бы мне отдали. А все ты уже это по кругу пробежался. А тут оно немножко следует это все. Угу. Горячо? Нет, не холодно. Ты у меня так-то по идее.
Я уже не играл. Да? Ну, видишь, его вверх чисто задрало. Прикипело. Ну, вот на место поставил, все. Все, подключаем дальше. Теперь обратно ставь. Давай подключим, вдруг нахуй, блядь, заиграет. Прямо вот так? Да, похуй. Напрямки.